Всем привет из теплого выходного октябрьского дня. Мы на море, дышим воздухом. Буквально несколько минут назад мы дышали вот там, сквер морской. Я там немножечко поснимала. Смотрите предыдущее видео, как сейчас там в это время года. Товарищи, сегодня 11 октября, и для этого времени года я помню, были такие года, когда октябрь был теплый. Но в этом году и лето было хорошее, и сентябрь чудесный, и сейчас очень-очень тепло. Ночью минус 2, минус 4, уже замерзают лужи, которых практически нет по городу, потому что у нас не было дождей в этом году. А днем, ну, сейчас плюс 6, нет ни ветерка, и поэтому так тепло, просто офигенно. Мы ходим еще без шапок, но в теплых курточках, потому что вдруг ветерок, без перчаток. Ну, кто-то, конечно, шапки поодевал. Здесь, это мы на маяке. Не знаю, пройдусь туда, там или нет. Я просто не хочу детей снимать, поэтому я решила пройтись немножечко по берегу моря, по песку. Народу гуляет очень много, потому что ловят последние солнечные деньки, потому что если начнется дождь, а если еще пойдет снег, как, например, вчера утром встали, и белые крыши такие в Измаз России, говорят, что здесь Нагаева. У кого-то выпал снег, где-то он там подмерзло ночью. Мы даже ехали там по сопке, спускались. Да, действительно, были такие лужи замерзшие, и лед не растаял. Ой, так здорово, прям на песке. Слышите, море шумит. Вода чистая, это просто пенка. Детям так нравится убегать от волн. Так интересно, полоса вот смотрится такой черный. Здесь остатки морской капусты, темные деревяшки какие-то, поэтому она такая темная смотрится. Вообще море, конечно, вода чистая. Редкие такие дни, когда нет ветра и вот такая чудесная погода. Лето, осень, не уходи. Последний раз здесь были море цветов, было желтых. Сейчас уже их так мало. Ой, чудесная погода, просто чудо. Да, дома насидимся, когда будет холодно, а сейчас хочется гулять. Каждый раз приезжаешь сюда и замечаешь, как меняются краски. Вот смотрите, сопка, она уже серая. А буквально месяц назад она была такая желто-зеленая. А сейчас серая, а потом она будет белая. Песок только не поменяется. Хотя нет. Обычно здесь много снега и лед. Помню, приезжали сюда зимой. Прямо такая наледь была. Угу. И море дышало. Дышало, такое подходило и подымало, ломало лед.
Так, пирс. Пирс, новый пирс уже. Хорошо, так сделали. Не могу камеру этой приблизить. Но сделали так. Ух, ограждения уже такие поставили. Высокие очень. Не знаю, когда его сдадут. Ну и с этой стороны, да, видите, как. Уже до куда ж? Почти до сквера сделали укрепление. Ну, видимо, все будут делать сразу и набережную, и здесь, и вверху дорогу. Ну, будем надеяться, что это навечно. То есть навсегда, надолго. Вот так вот, хорошо на улице. Так, я пошла гулять. С вами прощаюсь. Если будет что-то интересное, поснимаю. И в ближайшие дни я постараюсь, я очень постараюсь выделить время на неделе погулять и поснимать в центре то, что я не доснимала. Это район 7-й школы. Я часть отсняла, часть нет. Хочу смонтировать видео. Также прогуляться по Нагаево. Показать школу в Нагаево. И показать этот район. Там построили уже большой... как он называется, бассейн. Мы мимо него проезжали, сделали там отъездные пути к нему. В общем, интересно там пешком пройтись, без машины. Поэтому постараюсь, пока нет холодов, пока руки не мерзнут, что-то поснимать. А кто там плавает? Боже, кто это плавает? Я сейчас другой камерой поснимаю. Ну а с вами прощаюсь на время. Боже, неужели это нерпа? Это нерпа. Так, все, пока-пока-пока.